Эй-эй-эй, в эфире Slayer, и вы смотрите видео, которое называется «Марафон Е25. Роковая ошибка Wargaming». Прежде чем решиться делать это видео, я немало побеседовал с одним из разработчиков, который отвечает за технические аспекты игры. Цитировать его я, конечно, не буду, но он сказал, что сделано с точки зрения монетизации все правильно. Ну, скорее всего, это так, потому что по-другому это и быть не могло. Я надеюсь, что все-таки в Wargaming просчитывали все плюсы и минусы данного решения. А здесь же, в этом видео, я буду говорить, как это все восприняли игроки. А владельцев Е25 ни много ни мало, а 700 с лишним тысяч человек. Напомню, что Е25 появилась в обновлении 8.7 в июле 2013 года за 6700 золота. Машина хорошо набирала популярность, и Е25 была снята с продаж в премиум-магазине 15 января 2015 года. А еще ранее она исчезла из клиента. Посмотрим статистику по Hot News на RU-регионе. Е25 – 713 543 машины. Если перевести это число в доллары, то получится свыше 19 миллионов долларов США заработали разработчики на этой машине до вывода ее из продажи. Часть машин была приобретена за голду с ГК, с ивентов и всяческих других каких-то там конкурсов. Такое вполне реально. Окей, пусть не все 700 тысяч машин были куплены за реальные деньги, а, например, 1500. Ну, не суть. Но им этого показалось маловато, и они решили замутить марафон на Е25. Вспомним предыдущий марафон на FE201. Там условия были чуть попроще, и получили эту машину 620 тысяч человек на RU-регионе. 620 тысяч. Да, марафон был знатный, огромное количество ботов повылезало, старых аккаунтов, твинков. В общем, рандом был очень веселый, статистику просадил огромному количеству игроков. Мне тоже, конечно же, досталось. Получили FE201 и ладно. Но Е25, которая выведена из продажи, и ее сейчас марафонят. Как вы думаете, бомбануло ли у 700 тысяч человек или не бомбануло? Я, конечно, себя буду вести объективно, никаких оскорблений здесь не будет в этом ролике, если вы ждали, то вы ошиблись. Окей, пусть марафон на Е25 немножко сложнее, но приз гораздо притягательнее. Ну да, не все смогут, и, наверное, 600 тысяч не наберется, но 500 тысяч наверняка наберется. То есть к октябрю мы получим еще 500 тысяч Е25. Вдумайтесь. Type 59 был выведен из продажи, когда их число перевалило за 300 тысяч. А Е25 вывели, когда их стало 700 тысяч. И плюс к этим 700 тысячам добавится еще 500 тысяч. То есть, грубо говоря, их станет в 4 раза больше, чем Type 59, который тоже был когда-то имбой. Ну, пока его сильно не понерфили. Как вы думаете, что разработчики сделают с Е25 после такого солидного пополнения? Вариантов 2. Первый – это, конечно же, оптимистичный. Новички просадят стату на этой машине и ничего с ней делать не будут. Но наиболее вероятно, что ввиду поломанного баланса на 7-8 уровнях, ведь машина станет в 2 раза больше, ей просто дадут полный уровень боев. То есть привет Е75 и СТ1. Да, эти танки не пробить голдой никуда в лобовую проекцию, но кого это волнует? Зато какие приятные финансовые отчеты в Wargaming. И этот вариант гораздо ближе к реальности, чем первый оптимистичный. Можно, конечно, поступить с машиной альтернативным образом, например, порезать обзор, ДПМ или динамику. Орудие резать, конечно, смысла никакого нет, потому что оно и так не самое сильное для этого уровня боев. Ну а если ее в девятком засунут, то вообще печаль-беда. Ну и, конечно же, я не могу умолчать про компенсацию. Смачный плевок в 700-тысячную армию игроков. То есть вместо 6700 золота владельцам дадут 2,6 миллиона серебра. Отличная компенсация, Wargaming. Молодцы. Собственно, это число серебра можно нафармить на той же Е25 боев за 50, ну, 80, если вы не очень хорошо играете. Вы можете сказать, что я очень много критикую, а что же я ничего не предлагаю? Ну, если разработчики не хотят давать компенсацию золотом, я могу, в принципе, понять. Ну, дайте вы, пожалуйста, тогда 3 месяца премиум аккаунта за выполнение марафона на Е25. То есть, если у нас есть Е25 в ангаре, а таких 700 тысяч человек, если они выполнили этот марафон, ну, дайте им компенсацию, хотя бы премиум аккаунт. Вполне себе решение. Есть и другой вариант. Например, не Е25 предоставить в марафон, а СУ-122-44. Их всего 500 тысяч, а не 700.
Плюс она свободно доступна для покупки. Но Wargaming на это дело, конечно же, не пойдет, ведь кто тогда будет покупать зачеты задач? А ведь именно в них вся соль марафона. То есть закинул 45 баксов и получил Е25 сразу. Красота же! Или можно было пустить в марафон АТ-15А. Но на самом-то деле понятно, почему ее не пустили в марафон, ведь страдальцев на ней даже 100 тысяч не набирается до сих пор. А машина давно в игре. А так бы получилось еще 300 тысяч страдальцев. Представляете, как весело, и арте радостно. Целый апарт, можно сказать, для данных уровней в бою. Ну а теперь, друзья, я хочу услышать ваше мнение о марафоне Е25. Ну и, кстати говоря, конечно же, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны. На этом все. С вами был Slayer. Удачи вам на полях сражений и побольше вам Е25 в рандере. Пока-пока.